Один из бортовых самописцев российского самолета Ту-154, разбившегося в Черном море, обнаружен в ходе поисковой операции. Водолазам еще предстоит поднять его на поверхность. В каком состоянии черный ящик, не уточняется. Этим утром на поверхности воды спасатели обнаружили еще 3 жертвы и большое количество останков. Таким образом, найдено уже 16 тел. В Москве началась идентификация погибших. По последним данным, опознаны 2. А накануне в Минске в здании дипмиссии открылась книга соболезнований. Люди несут к посольству России в Минске цветы и зажигают свечи. Условия привлечения в страну инвестиций должны соответствовать государственным интересам. Об этом заявил президент во время совещания по вопросам привлечения внешнего финансирования. По словам Александра Лукашенко, в первую очередь ресурсы нужны реальному сектору. И главные вопросы – правила заимствования, стоимость кредитов, конкретные проекты. На совещании также обсудили некоторые итоги работы экономики, в частности, состояние резервов, инвест-климата, выполнение программы с Евразийским фондом стабилизации и развития. Лучших спортсменов по итогам уходящего года чествовали в зале «Олимпийской славы» Могилевской области. Грамоты, благодарности и ценные подарки вручили тренерам и чемпионам, чьи достижения отмечены в Рио-де-Жанейро. В их числе серебряный призер – штангистка Дарья Наумова, которая завоевала первую медаль для Беларуси, стрелок из лука Антон Прилепов и шестикратный чемпион Паралимпиады Игорь Бойки, который буквально покорил мир, став самым быстрым пловцом планеты.